Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет о древнем археологическом месте в Турции. Чем оно меня заинтересовало, это то, что там достаточно круглые, достаточно крупные каменные блоки с закругленными гранями. Причем блоки такие почти циклопического размера. Я считаю, что любой блок больше, чем или размером человека, или больше, чем размер человека, смело можно называть циклопическим. И древние греки все их называли циклопические блоки. Они не знали, кто это построил, и считали, что все эти блоки, особенно вот в Аркадии, в Микенах, там и вокруг них, все это якобы построено циклопами, и они называли их циклопическими каменными стенами и каменными блоками. Более подробно об этом археологическом месте вы увидите дальше в видео, я покажу всю доступную информацию и все, что смогу найти, и множество фото оттуда. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.
Thanks for everyone who helps for my YouTube channel. Thanks for everyone people who helps for my YouTube channel. Thank you for watching this video.